Всем привет! Меня зовут Наталья, и сегодня хочу поделиться радостной новостью. Ко мне пришла книжка, которую ждала очень долго, трехмерная реалистическая вышивка знаменитой Палалап Полины. Я ее очень обожаю, подписана на нее, и она издала такую прекрасную, замечательную книжку. Эта книга просто кладезь всего полезного, что она создает. Это просто великолепно. Посмотрите, какие у нее работы. Она не просто вышивает гладью, причем своим методом уникальным. Она, посмотрите, какие у нее перышки. Она создает из ленточек, из всевозможных других материалов, перышки. Бесподобное количество, множество техник у нее есть. Очень великолепная книжка. Она таким также будет у меня стоять в моей библиотеке книжек по творчеству. Я еще до конца не дочитала, там столько всего интересного, столько всяких техник. Посмотрите, какая она замечательная книга, как она настолько все расписано, показано, все техники, которыми она пользуется, бесподобное прекрасное качество бумаги, цветовое решение. Ну просто можно заглядеться этой книжкой, я очень рада. Я даже не думала, что у нее появится книжка, я давно за ней наблюдаю. Посмотрите, какие у нее бесподобные работы. Вот она такие вышивает полотна красивые. Каждый кусочек – это просто большое количество работы, техник. Вот здесь она описывает все техники. Вот как раз-таки вот эти вот ленточки, обработка, как она обрабатывает эти ленты, как она декорирует ткани. Здесь простые техники есть. Такая вот красота. Просто загляденье. Я очень рада, что у меня эта книжка. Я даже не верила. Я думала, такого не может быть. Она не могла издать такую книгу. Все время за ней слежу. И очень много интересных у нее есть работ. Она выставлялась на выставках. Просто бесподобно. Посмотрите, какие работы у нее красивые. Здесь она очень расписывает много. Здесь много есть мастер-классов. Конечно, они не слишком тяжелые. Но можно взять очень много техник для себя и применять к своему творчеству. Посмотрите, какая бесподобная картина. Вот это все ленточки и мулине. Как вот красиво. Вот бесподобная какая лаванда. Вот это размытие цвета. Птицы у нее, великолепные птички, маленькие. Это, конечно, такая кропотливая работа из ленточек. Такое делать. Очень, конечно, рада, что приобрела такую книжку. Посмотрите, боже мой, это что-то вообще, это какая у нее работа великолепная. Никогда не скажу, что это такое. Это вот так, такой метод обработки ленты, чтобы вот получилась такая красота. Вот колибри какое. Вот, ну вот этот попугайчик, это вообще... вообще бесподобные работы у нее. Поэтому, если кто хочет свою библиотеку, такую книжку приобретайте. Очень замечательная книжка. Вот сама Полина. Вот какие рыбешечки. Просто вообще прелесть какая. Они маленькие-маленькие. Это вот, представляете, маленькой баночкой сколько рыбок. Это столько, такой труд, такую мелкую работу делать. Вот это вот, конечно, очень большая, ну, как бы трудоемкая работа. Вот она все расписывает, как это все делать. Даже просто смотреть на эту книжку приятно. Какие-то тактильные ощущения, бумага такая бесподобная. Очень люблю книги в твердом переплете. Еще, чтобы они вот такие вот были замечательные. Посмотрите, какая красота. Множество-множество техник. У меня есть и броши по ее мастер-классам. Тоже, когда был марафон, делала брошь. Потом сама сделала более похожую по своей технике, но с ее методами. Ой, очень люблю эту художницу. Смотрите, какая прелесть. Это
такая вот замечательная книжка. Вот, посмотрите, какая, какие фотографии великолепные. Поэтому, кто хочет приобрести, она есть в продаже, можно спокойно заказывать. Вот такая Полина Палалап. Так что спасибо, что смотрели этот обзор. Приобретайте эту книжку и наслаждайтесь. До новых встреч!